Объект SCP-1204-RU. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-1204 содержится в сейфе для хранения безопасных объектов. Копии фильмов с SCP-1204 хранятся в защищенном архиве. Их дальнейшее копирование и распространение запрещено. Ответственный за объект – старший научный сотрудник. Выдача SCP-1204 для просмотра приостановлена до особого распоряжения руководства зоны. Описание. SCP-1204 представляет собой ВХС-кассету черного цвета с белой этикеткой, без упаковки и без маркировки изготовителя. На этикетке имеется надпись от руки фиолетовым фломастером «Медузы», художественный фильм, боевик СССР 1990. Материал корпуса и ленты обычный, способ магнитной записи стандартный. Кассета читается любыми ВХС-проигрывателями. Аномалию представляет собой пространственная структура ленты. Независимо от длительности перемотки или просмотра, диаметр левого и правого рулона всегда одинаков. Таким образом, кассету невозможно отмотать к началу или к концу. Предполагается, что основная часть ленты расположена вне нашего трехмерного пространства. Общая длина ленты, включая экспериментальную часть, неизвестна и, возможно, бесконечна. Наблюдаемый объем рулонов соответствует продолжительности записи около 2 часов, но к настоящему времени уже отсмотрено более 300 часов неповторяющегося материала. На кассете записано некоторое неизвестное количество художественных фильмов. При каждом включении просмотр начинается с одного и того же момента, 5 минута 27 секунда, какого-либо из фильмов. Перемотать его назад или вперед невозможно. После каждой перемотки проигрыватель начинает заново воспроизводить совершенно другой фильм с его 5-й минуты. При ускоренном воспроизведении, как назад, так и вперед, изображение размывается до полной неразличимости. Ввиду этого эффекта не удалось установить, можно ли осуществлять запись на SCP-1204. Проигрыватель технически выполняет функцию записи, но проверить результат невозможно. Тоже относительно и к стиранию. Любой фильм с SCP-1204 можно переписать на обычный носитель или заснять с экрана камеры. Копия воспроизводится с обычного носителя без каких-либо аномалий и искажений. Все просмотренные к настоящему времени фильмы сняты в одном жанре боевика и представляют собой вариации одного и того же сюжета. Кинематографический стиль характерен для последних лет существования СССР и известен как перестроечная чернуха. Все фильмы сняты на низкокачественную пленку. Для всех характерны тусклый колорит, минорная музыка, обстановка грязи и разрухи, циничные аморальные персонажи, критика коррупции и официальной идеологии, эксплуатация тем наркомании, проституции, молодежных группировок и бытовой жестокости. Фильм изобилует сценами насилия, присутствуют необусловленные сюжетом эротические эпизоды и псевдофилософские монологи. Общее качество по оценке штатного киноведа фонда – крепкая категория Б. Сюжет шаблонен. Главный герой – член некоторой организации, борющийся с врагами. Начальник героя совершает в его отношении какую-то несправедливость. Оскорбленный герой уходит со службы и опускается на социальное дно. Тем временем враги усиливают натиск, и их становится невозможно одолеть без героя. Начальник зовет героя обратно на службу, но тот отказывается. Тогда начальник подстраивает убийство самого близкого герою человека, жертвы, руками врагов. Герой возвращается и мстит врагам. В процессе он узнает правду об интриге начальника и идет его убивать. Чтобы добраться до начальника, герой вынужден убить своих соратников по организации, в том числе близких друзей. После крайне жестокого убийства начальника, впавший в боевое безумие герой или, возможно, актер, начинает убивать съемочную группу. С этого момента, 52 минута 7 секунда, манера съемки резко меняется на документальную. После убийства оператора камера продолжает работать, и зритель видит только статичный план съемочного павильона. Некоторое время слышны выстрелы, крики и звуки сирены, потом наступает тишина. По-видимому, фильмы не имеют конца. Один из экспериментальных просмотров, номер 29, длился 48 часов после убийства оператора
И все это время камера статично показывала сцену павильона. Помимо общей фабулы, от фильма к фильму повторяются одни и те же детали. Действие всегда происходит в приморском городе в дождливую погоду. Роль героя и начальника неизменно выполняют одни и те же актеры, их личность не установлена. Другие актеры, в том числе и исполнитель или исполнительница роли жертвы, могут меняться. Начальник значительно старше героя, между ними присутствует некоторое неполное внешнее сходство, но в сюжете это никак не обыгрывается. Герой, будучи мужчиной 25-35 лет, имеет детское хобби и употребляет выражения из школьного жаргона тех лет. Часто встречается число 527. Постоянно повторяется лейтмотив медуз. В море никто не купается, так как в нем кишат медузы или другие сходные существа, которых в любом случае называют медузами. Их обязательно показывают долгим и крупным планом. Жертву, помимо прочих пыток, окунают в бассейн с жалящими медузами. В каждом фильме начальник произносит фразу: «Медузы не только в море, они повсюду» и тому подобное. Замечено, что объект эволюционирует. С каждым просмотром фильм становится все более странным и абсурдным, хотя четкость сюжета сохраняется. Также со временем нарастает степень жестокости, и все навязчивее становится тема медуз. После примерно 25-го фильма она вышла на первый план и стала сюжетообразующей. Случаев ментального, миметического или иного аномального воздействия на зрителя не зафиксировано. Просмотр считается безопасным. Приложение первое. Краткие сведения о некоторых версиях фильма. Первый и второй просмотры были сделаны вне фонда. Копии не сделаны, подробных описаний не сохранилось. Третий просмотр. Действие происходит во Владивостоке. Герой – милицейский оперативник, мастер спорта по карате. Враги – икорная мафия. Это одна из самых ранних и, соответственно, наиболее нормальная версия. В ней сравнительно мало пыток и насилия, и почти нет фантасмагорических сцен, если не считать эпизод с утоплением жертвы, дочери героя, в бочке черной икры. В саундтреке используются Кармина Бурна, Орфа и песни группы Кино. Четвертый просмотр. Место действия – неопределенный город на Черном море. Герой – бывший афганец, ныне активист экологического движения. Он борется с заводом, сбрасывающим в море ядовитые отходы. Именно из-за них в море расплодились медузы. Фильм не досмотрен до конца в связи с экспериментом по перемотке кассеты. Пятый просмотр. Место действия Таганрог – организация, молодежная группировка, похожая одновременно на панков и металлистов. Герой – мастер боя цепи. Враги – скинхеды, за которыми стоит КГБ. Начальник – неформальный лидер группировки, также оказывается завербованным агентом КГБ и в то же время наркоторговцем. Подробно показан процесс приготовления и употребления некоего наркотика из яда медуз. Саундтрек – песни неизвестной рок-группы на остросоциальные темы того времени. Одиннадцатый просмотр. Осовремененная экранизация Илиады. Герой Ахилл, начальник Агамемнон, жертва Патрокла. Троянская война изображена в виде разборок между греческой и кавказской троянской ОПГ в городе, похожем на Сочи. Боги Олимпа фигурируют как представители государственной и партийной власти. Афина, коррумпированная судья, носит бриллиантовый кулон, изображающий Горгону Медузу. Присутствуют гомоэротические сцены. К концу действия, когда Ахилл убивает всех троянцев и начинает убивать греков, сюжет резко расходится с гомеровским. Саундтрек – кавказская этническая музыка и песни группы Queen. 19-й просмотр. Действие происходит в ходе советско-иранской войны в оккупированном Бендер-Аббасе. Герой – снайпер советских вооруженных сил. Враги – иранские маджахеды. Много общего с афганскими фильмами того времени. Имеются откровенные сексуальные сцены. По улицам города ползают сухопутные медузы, жители города употребляют их в пищу. В боевых сценах задействованы танки и другая тяжелая техника. Саундтрек – неоклассическая оркестровая музыка с восточными мотивами. Композитор неизвестен. 32-й просмотр. Место действия – НИИ морской биологии в Тетисграде, на берегу моря Тетис.
Герой – молодой ученый, специалист по медузам. Начальник – его научный руководитель. Враги – конкурирующая лаборатория, где стремятся вывести разумных медуз-убийц. Финальная схватка разворачивается на защите диссертации, украденной у героя начальником. Оружие героя в этой версии – скальпель и шприц с ядом. Саундтрек – авангардная электронная музыка. Просмотр номер 144. Действие происходит в главном коллекторе канализации некоего мегаполиса, в основном под водой. Герой – боевой пловец. В результате аварии атомной субмарины появились медузы-мутанты, способные жить в... и питаться, используя людей в качестве... Следует отметить, что подобных спецэффектов еще не производила ни одна студия в 1990 году, и даже в наше время они стоили бы исключительно дорого. Саундтрек – григорианские хоралы в хардроковой аранжировке, способ, которым герой расправляется с начальником. Эти и другие сцены с участием португальских корабликов, особенно эротические, побудили старшего научного сотрудника выдвинуть предложение о запрете дальнейшего просмотра SCP-1204. Предложение отклонено. Просмотр номер 526. Место действия – полузатопленный город, похожий на Москву. Несмотря на то, что улицы и помещения затоплены морем на глубину 50-100 сантиметров и, естественно, кишат медузами, в городе продолжается жизнь. Люди по пояс в воде ходят на работу. Герой – тайный агент. Цель его организации – найти забитый медузами слив и выпустить воду из города. Враги же, наоборот, хотят повысить уровень воды и скрывают слив. Персонажи почти не разговаривают, за весь фильм звучат только две реплики начальника, где слив повторяется много раз. И неизменное – медузы не только в море, они повсюду. Саундтрек состоит из бесконечно зацикленного фрагмента песни группы «Пикник» «Фиолетово-черный», «Если можешь, беги». Около 30% экранного времени отведено сценам убийств, насилия и причудливых, отснятых предельно реалистично. Еще около 25% времени занимают не связанные с сюжетом крупные планы медуз. В отличие от предыдущих версий, герой после убийства оператора обращает внимание на камеру и... Копии фильма уничтожены. Старший научный сотрудник повторно предложил запретить дальнейший просмотр SCP-1204. Предложение принято. Приложение 2. История обнаружения. В 1991 году в Москве Сергей Казанский, 1907 года рождения, сын капитана милиции, по невыясненным мотивам, застрелил отца из похищенного у того табельного пистолета. Вслед за тем он убил несколько случайных свидетелей и покончил с собой. SCP-1204 был обнаружен сотрудниками милиции при обыске его личных вещей. Объект был передан фонду после первых двух просмотров, выявивших его аномальность. По словам матери Сергея, при его жизни она не видела этой видеокассеты. Видеомагнитофона в семье не было. Удалось установить, что подросток страдал некоторыми невротическими расстройствами, в частности фобией медуз. Уважаемые зрители, спасибо всем, кто поддерживает нас материально, кто спонсирует нас через Patreon или становится спонсором нашего канала на YouTube. Только с вашей помощью мы снова можем делать большие ролики с гораздо большим количеством артов.